Привет-привет, друзья! Записываю для вас такой влог. Начинается он у нас вечером. У меня сегодня такая классная энергия. Я очень подзарядилась на вечерней медитации, и теперь у меня очень-очень много энергии. Положительной такой, знаете, очень спокойной, классной. Покажу вам, что я наношу на себя вечером, что я делаю с вечером. А сейчас я уже умылась, смыла косметику и буду наносить на губы вот такой бальзам. Этот бальзам я покупала типа как в эко-шопах. Вот. И здесь у нас воск, облепиха и мед. Очень классный бальзам, которым я пользуюсь именно дома. Почему? Потому что носить такой, ковырять его пальцем как-то не очень в обществе. Поэтому я его использую для дома. Очень такой действенный, хороший продукт. Покупала его где-то за доллар. Дальше буду наносить на руки крем. У меня сегодня вот такой будет корейский из банана. И я всегда наношу масло. Масло тоже уже показывала. Вы можете купить любое масло для нанесения на кутикулу. У меня вот такое вот маслице. Очень вкусненько пахнет. Такое фруктовое. Так, дальше что я буду наносить? Поскольку голову я буду мыть завтра, поэтому сегодня я могу нанести на корни спрей для волос. Я наношу вот такой для роста волос. Он называется Шунгит. Вот такой вот активная сыворотка против выпадения волос. Очень круто. Волосы восстанавливает. И именно не то, чтобы восстанавливает, а укрепляет корни. И волосы очень быстро растут. Проверено на мне. Вот, поэтому советую. Я уже отрастила за год волосы более чем на 15 сантиметров. Поэтому очень мне понравился этот продукт. Вот. И сейчас покажу, буду делать масочки на лицо. Покажу, какие масочки я себе выберу. Из очищающих масок я буду использовать вот такую от Oriflame Love Nature. Честно говоря, просто влюбилась в эту маску и уже отставила все свои другие маски, которые у меня были очищающие, глиняные. Это просто бомбовая маска, она очень хорошо очищает поры, плюс имеет такой немного охлаждающий классный эффект за счет того, что здесь масло чайного дерева. Очень круто все дезинфицирует на лице, если вдруг есть какие-то воспаления. В общем, работает она очень круто, плюс круто пахнет лаймом, поэтому это просто находка, я буду ее постоянно покупать. Стоит она бюджетно 2 доллара. Я отставила все свои маски очищающие от Mary Kay, которые по 20 баксов стоили. Сейчас вам тоже, кстати, их покажу. Обычно я использовала вот такие маски. Это маска с углем от Mary Kay. Она вот такая, сейчас вам ее открою, покажу, чтобы вы понимали, какая у нее вообще консистенция. Она вот такая вот типа глиняная и серого цвета. В принципе, тоже хорошо очищает порочки. Вот, но мне хочется вот этого лайма. Прям очень-очень сильно хочется. Прям я в него влюблена, в этот лайм. И еще у меня есть очищающая, тоже хорошо работающая, вот такая вот маска. Вот такая из серии Botanicals. И она идет с просто белой глиной. Вот, тоже очень хорошая. Вот. Такая вот. Мне тоже, в принципе, нравится. Но вот это просто я сейчас в нее влюбилась именно из-за того, что она, ну, блин, вообще очень круто пахнет. И еще имеет скрабирующие частички. Так что вот такие три масочки у меня обычно для очищения я себе выбираю. И сейчас выберу себе какую-нибудь увлажняющую маску, которую сделаю после очищающей. По увлажняющим маскам у меня тоже очень много. У меня вообще в коллекции более 20 разных масок. Я вам показываю только то, чем я очень люблю пользоваться. Вот, например, из очищающих у меня где-то очищающих, наверное, штук 7, но вот это вот самое реально работающее и самое крутое. И сейчас вам покажу то, что круто работает из увлажнения. На первом месте у меня стоит вот такая вот Mary Kay-евская масочка. Она, несмотря на то, что содержит в себе в составе спирт, она очень-очень хорошо увлажняет лицо девочки. Поэтому вот такую масочку себе купите. Гелевая, очень классная. Я ей пользуюсь практически всегда, и она у меня всегда есть в коллекции, где-то в загажниках. Сейчас у меня такой маски две штуки. Дальше
Мне очень понравилась вот из этой же коллекции просто бомбовая вот эта маска, девочки. Ну, обязательно, если у вас ее еще нет, купите. Купите, закажите, зарегистрируйтесь, либо купите у представителя, потому что эта маска стоит всех своих денег. Она вообще стоит 10 раз дороже, на самом деле, чем она стоит. Она по каталогу стоит около там в районе 3 долларов, в принципе, как и эта, да, они одинаково стоят. Но она такая крутая. Она так круто увлажняет лицо, так круто его разглаживает. Ну, просто бомба. В составе есть ягоды годжи и овес, овсянка. В общем, мне очень понравилось это вообще. Вот эти две маски, это просто бомбочка. Вот и только из-за них стоит что-то там приобретать. Вот просто вот очень хорошие маски на высоком-высоком уровне. Они хорошо увлажняют. И также еще маска. Вот такая вот, которая у меня появилась недавно из премиум коллекции Oriflame Novage. Это не бюджетная маска, она стоит в районе там, 20 долларов, ну, 17, наверное, на долларов стоит, не помню точно. Очень хорошая маска, но она ночная, то есть наносите тонким слоем на ночь, и утром можно смываться. То есть она такого продолжительного типа действия. Вот, ну, очень удобно, можно вечером нанести, она не отпечатывается на подушке, и утром вы будете очень увлажненные. Но все равно больше увлажнения все-таки вот мне лично дает вот эта маска. Если нужно быстро увлажниться, вот это работает гораздо быстрее. А вот это, как ночная, тоже очень классно. Поэтому советую вот эти масочки. Прямо они бомбовые, просто бомбочки. Вот. И еще я буду делать сегодня себе вот такой пилинг. Это просто легкий пилинг-скраб. Очень-очень легенький, который просто чуть-чуть шлифует верхний слой кожи, как, в принципе, любые все пилинги. Это пилинг с маслом розы и с ромашкой турецкой. Маска Розензе. Вот это бренд, вот этот. Маска, точнее, скраб. Бренд Розензе. Он продается в Duty Free, он продается много где в Турции. Турецкий бренд, основанный на масле розы, на экстрактах розы. Хорошая, в принципе, косметика доступная. Такой продукт я покупала в районе 15 евро. Вот, у них очень классная маска, но она у меня очень быстро ушла, буквально за месяц. Была очень хорошая. А скраб, естественно, у нас остается на более длительный срок. Так что это любимые продукты мои. Кстати, мне задавали вопрос по поводу коллекции Novage и вот этого продукта, про который я еще не рассказывала. Novage. Я могу сказать, что это вот эссенция. Она мне пришла вместе с маской ночной, которую ему показывал Novage. И это очень хорошая увлажняющая эссенция. Мне она очень понравилась. Я, конечно, буду подробно вам рассказывать, когда я ее закончу. Не вижу смысла рано про что-то всегда говорить, но просто задавали вопрос, писали в комментариях, как, что, расскажи. Мне понравилось. Она увлажняет хорошо. Я люблю ее использовать вечером на чистую кожу. Я ее наношу, и кожа очень-очень увлажненная. Так что советую. Ну, а теперь я пойду все это наносить на себя и покажу вам, чем я еще буду дальше заниматься, свои вечерние ритуалы. Хочу вам показать, чем я занимаюсь по вечерам. Сейчас иногда после своих вечерних медитаций, перед сном, когда уже, в принципе, остается часа два до сна, я делаю медитацию вечернюю для того, чтобы успокоиться. Да, успокоить ум, привести все в порядок, голову. И я сейчас покажу вам масло для самомассажа, которое я использую. Использую на ночь вот такое вот масло. С ним я делаю медитации и вечернюю йогу. Это массажное масло лаванды. Я его аккуратненько себе на ручке пару капелек. И за ушками делаю массажик, на шейке, немножко вот здесь вот на пульсирующей зоне наношу. Вот, в общем, немножко расслабляюсь, включаю meditation, это программа на айфоне. И вот так вот медитирую, буквально 5-10 минут йоги, и затем у меня идет цветотерапия. Вот, у меня есть вот такой вот бук. Такая книжка, «Таинственный сад» она называется, книга для творчества и вдохновения. Такие книги вы можете приобрести на разных сайтах, типа Osbuy, Wildberries, они очень много где есть, в магазинах есть. Это просто такие разукрашки для взрослых, очень красивые. Они идут в очень красивом
оформление, и я прям сажусь на свой коврик, на котором делала медитацию и йогу, и просто посвящаю 5-10 минут тому, что я просто работаю с цветом. Это очень крутая техника для того, чтобы расслабляться перед сном. Для нее вам понадобится любая разукрашка, детская, взрослая, неважно, все что угодно. У меня такая, вот мне сестра дарила когда-то, но я только сейчас начала ей пользоваться. Вот, пробовала, здесь видите, вот такие вот разукрашки, очень красивые, все очень мелкие. Вот, ну, в общем, я только-только начала. И она мне подарила карандаши еще эти в подарок. Вот, но карандашами получается не очень ярко. Вот, немножко блекло получается карандашами рисовать. Поэтому я в основном маркеры использую. У меня различные такие вот маркеры. Есть вот такие вот, которые муж из Германии привозил. Вот, и вот такие вот обычные. Вот, так что я занимаюсь цветотерапией. На ночь перед сном буквально 10 минут просто разукрашиваю маркером. Вы можете просто взять, даже если у вас нет разукрашки, обычный свой ежедневник и просто порисовать маркером все, что вы хотите. Очень успокаивается хорошо ум. Вот, и это очень-очень полезно. Вот, так что неважно, сколько вам лет, цветотерапия, она очень хорошо работает с психосоматикой человека, с его подсознанием. Поэтому работайте, пожалуйста, с цветами, с маркерами. Желательно, чтобы это были вот такие различные яркие цвета. Именно потому что карандаши рисуют немножко более блеклые, дают цвета. Вот, поэтому занимайтесь на ночь, очень-очень полезно. Ну и, конечно, советую какую-нибудь купить масло для самомассажа. Вы можете посмотреть в интернете самомассаж, который нужно делать перед сном. Очень хорошо успокаивает. Вот, и сейчас покажу тоже во время вот сиева действия, сия, я включаю свою аромалампу. Она работает в это время. Либо я включаю увлажнитель воздуха и капаю туда тоже различные масла. Увлажнитель воздуха. Он маленький, поэтому я его ставлю рядышком с собой, максимально близко, и дышу. Обычно у меня сейчас это эвкалипт для иммунитета, очень хорошо повышает иммунитет. Для респираторных различных заболеваний тоже подходит. У меня постоянно насморк, сейчас уже, не знаю, полгода насморк не проходит, поэтому приходится вот таким дышать эвкалиптом. И если, например, хочу расслабиться, то я использую лаванду. Вот, она очень хорошо на ночь, именно лавандочку. Она, так знаете, очень успокаивающе действует. Вот, так что вот различные масла под настроение я выбираю. И вот такой портативный увлажнитель воздуха. Он мало того, что увлажняет воздух, так еще вы внутрь капаете масла. И получается, еще немножко оздоравливаетесь. Воздух становится в вашей комнате увлажненным. Вот, и очень приятный запах. Также их можно использовать в аромалампу. Кому как больше нравится. И использую обязательно во время медитации благовоние всегда. У меня сейчас разные благовония. Я уже сделала заказ. Новые индийские благовония. Индийского масла для медитации. Так что вот жду заказ. Через неделю приедет, я вам покажу новые индийские товары для медитации, для йоги. И пока у меня вот такие вот остались. Очень-очень приятные, очень люблю. Вот сначала, когда медитирую и занимаюсь йогой, у меня горит вот такая вот благовония. Она горит обычно минут 20. Ее хватает. Как раз я успеваю помедитировать минут 8. Я остальное время посвящаю йоге. Могу еще вечером заниматься тантрой. Тоже, в принципе, такой благовоний хватает. Она очень долгоиграющая. И затем я проветриваю комнату. И уже, когда сажусь на аромы, на, точнее, цветотерапию, я уже включаю увлажнитель свой воздуха, либо аромалампу. Вот. Ну, и стараюсь какую-то включать музыку всегда фоновую. Обычно это музыка для трансового состояния. Вот. Я ее обычно включаю, либо включаю какую-нибудь из лекций Тарсунова.
что вам тоже очень советую. Олег Тарсунов, у него очень классные лекции. Вот обычно за 10 минут я успеваю прослушать какую-то одну лекцию. Вот, очень-очень полезно. Так что вот такие вот полезные советики я вам дала. Всем приветик. Сейчас заготавливаю с вечера свой завтрак. У меня уже закончилась упаковка моих чиа сегодня. Вот крайний раз ее использовала. На самом деле очень экономичный продукт, потому что такого пакетика 200 грамм хватило на 2 недели. Вот, поэтому имейте в виду, очень классный завтрак получается. С этими семенами можно делать все что угодно, можно добавлять в овсянку, можно делать вот такие пудинги, можно делать на растительном молоке, можно делать на обычном молоке, можно заливать кефиром, ряженкой, йогуртом, просто водой даже. Вот, в общем, как вам нравится. Так что рекомендую. Заказывала такие семена на Wildberries. Самая выгодная цена была 7 рублей белорусских. Ну, это получается в районе 3,5 долларов. Вот, я считаю, что хорошая цена. И классные очень получаются завтраки. Вот. Немножко разнообразила я свои завтраки в последнее время. В общем, вот такая вот баночка. Я вам уже показывала. И вот там эти семена. Я залила их ряженкой. Вот такой вот ряженкой. Очень люблю ряженку. И просто ложечкой немножечко помешиваю, чтобы все равномерно было. И оставляю на ночь. На часов 12. Можно меньше. Вот. И потом в эту баночку утром добавляю фрукты, либо свежепротертые ягоды. Все что угодно. Можно варенье добавлять. И очень-очень вкусно получается. Можно мед добавить. Можно пюрешку добавить фруктовую. В общем, как вам больше нравится. Получается очень вкусно. Из всей молочки я предпочитаю именно ряженку заправлять, потому что мне она больше всего нравится по вкусу. Вот, ну, как-то так. На самом деле, очень часто не ем вот такое вот животного происхождения молочные продукты. Почему? Потому что они очень сильно снижают иммунитет. Вообще, молочные продукты, вся молочка животного происхождения очень сильно снижает иммунитет. Мужчинам вообще лучше молочку не употреблять по возможности. Она им вообще для организма абсолютно не нужна. А вот женщинам нужно употреблять иногда молочку, то есть это творог, это ряженка, это кефир, все кроме молока и йогуртов. Почему? Потому что здесь содержатся такие бактерии специальные, которые нужны женщинам для их женской системы, чтобы у них не было никаких молочниц и всего такого женского неприятного. Поэтому, чтобы быть здоровой по-женски, нужно иметь эти молочные бактерии в организме. И иногда нужно пить ряженку, кефир и есть творог. Это очень важно. Вот. Так что да, я вот для себя это все выделила. И хочу вам показать еще новинки чая. У нас появилась вот такая новиночка. Это чаю-чай. Элитный китайский чай, который можно купить в Минске в Короне. Вот. И это у нас виноградный улун. Очень вкусно, просто нереально пахнет виноградом. Виноградными листьями. Очень ароматный чай. Сейчас вам его открою, покажу. Вот такой вот улунчик. Смотрите. Такие довольно-таки крупные листья. Вот такой вот чаёчек. Очень ароматный, очень классный. Так круто пахнет виноградом. Вы себе не представляете. Вот сейчас тоже буду заваривать. Просто бомба, просто пушка. На пробу еще купили вот такой белорусский чай. Иван-чай с мелиссой. Это уже чай фильтр в пакетиках, чтобы было быстро и удобно. Иногда нужно такой чай иметь. Очень хороший состав. Здесь в составе вот только иван-чай на первом месте и мелисса. Вот такой вот пакетированный чаечек. Очень люблю иван-чай, он очень-очень вкусный. А с мелиссой так вообще просто бомбочка. И что еще? Еще
Смотрите, какое варенье классное. Под зеленый чай сейчас буду. Варенье из персиков. Посмотрите, какие там крупные персики. Просто бомбическое. Это варенье из Мартина. Магазин Мартин. Смотрите. Класс. Посмотрите, какие персики. Сейчас себе открою и положу на блюдечко к зеленому чаю немножечко. Ну что, уже немножечко выложила сюда варенье. Готов мой улунчик виноградный. И вот такое вот у меня сегодня фламинговое чаепитие. Очень-очень даже ми-ми-ми. Вот. Люблю всякие такие тарелочки. Вот эти маленькие у меня есть несколько штучек. Очень красиво, когда делаешь завтрак. Или просто вечером какие-то вкусняшки положить к чаю. Очень красиво смотрится. Вообще очень на завтрак их, конечно, больше люблю. И круто подходит для вот варенья, для сыра, для вот таких вещей. Вот. Фламинго – это всегда очень-очень женственно. И вот так вот раскрывается чай вот такими большими листьями. Вот. Сейчас тоже их удалю уже оттуда. Очень вкусное варенье. Смотрите, какие большие листья. Класс. В Короне этот чайный магазин находится. Корона замок.